Нас, как независимых православных блогеров с богословским образованием, попросили прокомментировать свежий скандал со священником-извращенцем. Сразу несколько зрителей прислали для разбора вот эту публикацию с разных ресурсов. ЧП произошло в одном из сел Глазянского района Молдовы. Местный священник, 39-летний Давид Рожко, который служит в нескольких селах, пытался изнасиловать 12-летнего мальчика из соседнего села. Священнослужитель проводил время с односельчанами на берегу прута, выпивали. Покатав ребенка на машине, священник нашел предлог, чтобы пригласить его к себе домой, где, как утверждается, имела место попытка изнасилования. К счастью, мальчику удалось сбежать. Священника задержали на 72 часа. Я генерал-педоискатель. Властью, данной мне международными новостями, я признаю тебя виновным в педофилии. Самое неприятное в этой истории – комментарии, в которых призывают священника кастрировать, повесить и посадить на кол или иным способом провести внесудебную расправу. В статье написано, что священник арестован на 3 суток. Это означает, что даже обвинение ему еще не предъявлено. Виновность тем более не доказана, а какие-то люди уже призывают с ним расправиться. Это уголовно наказуемо не только в современном правовом государстве, но и в средневековье. Задача инквизиции как раз была в том, чтобы провести расследование, осудить виновных и освободить невиновных, и не допустить народную расправу, как это было принято у диких народов. Такие комментарии в стиле «кто есть кто и что с ним надо сделать» нельзя не только писать, но и даже лайкать. Потому что внесудебная расправа – это экстремизм. К экстремизму нельзя призывать. Экстремизм нельзя одобрять. А самое главное, в статье может быть неправда. И тогда того, кого обвиняют в преступлении, потом отпустят за отсутствием состава преступления. А посадят в тюрьму того, кто в комментариях написал свои мысли поганые. Которые, даже если и возникли, нельзя высказывать даже. Что касается предварительных выводов, то мы считаем, что преступления сексуального характера нетипичны для православного священника. Потому что священник, как правило, интересный, интеллигентный, экстравагантный и материально обеспеченный мужчина с высшим образованием, который нравится женщинам, и если захочет, то без проблем найдет себе любовницу или любовника любого пола и на свой вкус. Преступления сексуального характера характерны для мужчин, у которых проблемы в отношениях с женщинами, ну и с психикой. Например, священник может взять на должность сторожа, разнорабочего, подавателя кадила, какого-нибудь бомжа с помойки, который недавно освободился из мест лишения свободы и от которого неизвестно, что можно ожидать. Причем он похож на священника, он живет при храме, он бородатый. Во время богослужения он одетый в черный подрясник, участвует в религиозных обрядах, постоянно общается со священником, создает впечатление аскета-подвижника, наверняка еще Евангелие умеет хорошо цитировать. Потом он, возможно, наберет в долг денег и исчезнет с ними, и никто не будет его искать. Но, может быть, в приступе белой горячки или наркотической ломки он может и убить священника, который его и приютил. Так был убит известный старец и изгонятель бесов священник Павел Адельгейм. Для священника более характерны преступления, связанные с деньгами. Все люди братья, люблю с них брать я. Но про них почему-то не пишут и не говорят, вероятно, слишком заурядно. Например, священник может уговорить какую-нибудь набожную бабушку переписать на себя недвижимость или пожертвовать крупную сумму денег, которую она отложила на свои похороны. Бабушка умерла, наследники приехали и оказались очень недовольны действиями священника. Через священника проходят крупные суммы денег в виде пожертвования на храм черным налом. А где черный нал, там и криминал.
Батюшка может часть этого черного нава себе присвоить. Или может не захотеть делиться деньгами с бандитами или с епископом. Может не заплатить подрядчикам под предлогом, что денег нет, а за честный труд во славу Божию Бог наградит. То есть священника могли шантажировать, типа плати деньги или устроим тебе уголовное дело по позорной статье. Для этой цели мальчишку могли запугать и велели оговорить священника, что он и сделал. Мальчишка мог и сам оговорить священника, например, за то, что тот сначала взял его в помощники в алтаре, а потом несправедливо уволил за систематические опоздания. Или мальчишка решил так заработать на крутой гаджет. И ему ничего не будет, он же ребенок. Кстати, есть довольно распространенная преступная схема, когда ребенок сначала садится кому-то в машину или зайдет кому-то в дом, потом заявляют о попытке изнасилования и начинается вымогание денег. Вариантов много разных. Посмотрите или почитайте какой-нибудь хороший детектив. Там вначале кажется, что преступник очевиден, но потом в результате расследования выясняется, что все было не так, как могло показаться вначале, а гораздо интересней и необычней. Все, что мы перечислили, это только возможные предположения. Что произошло на самом деле, будет выяснено в результате расследования и оглашено в зале суда. А мы хотим, чтобы виновные в преступлении были наказаны, невиновные оправданы. А еще мы считаем, что привлечение общественности к преступлениям, которые совершаются церковными работниками или в церквях, будут способствовать церковным реформам, которые будут препятствовать использованию религии в преступных целях. Мы христиане, и использование религии в преступных целях оскорбляет наши религиозные чувства. А на этом все. Ждем результатов расследования. Следим за темой.